В городе началась пора ремонтов. Открыли ее специалисты «Энергогаз Ноябрьска». В эти дни на Высоцкого полным ходом идет ремонт магистральных теплосетей, причем без ущерба для потребителей. Пока рабочие приводят в порядок тот участок сетей, который не влияет на подачу горячей воды в квартиры горожан. Приступили уже к ремонту магистральных сетей. Участок без ущерба вывели в ремонт, 370 метров. 30% трубы уже в наличии. То есть, я думаю, июня месяца мы там этот участок закончим.